В Владивостоке прошло торжественное открытие детско-юношеской спортивной школы олимпийских видов единоборств «Титан» при крупнейшем образовательном холдинге «Международная школа нового тысячелетия». В рамках открытия был проведен турнир по боксу. Международная школа нового тысячелетия имеет прямое отношение к развитию нашего клуба. Мы уже вместе в ногу шагаем, уже, скажем так, это уже есть у нас такие совместные мероприятия, как вот сегодняшнее мероприятие. Также мы планируем проводить спортивные лагеря со спортивно-учебным уклоном, может быть, даже военно-историческим и военно-патриотическим. Так, 10 апреля состоялось торжественное награждение юных чемпионов. В мероприятии принимали участие генеральный партнер детско-юношеской спортивной школы, директор Международной школы нового тысячелетия Коваль Галина Валерьевна, вице-президент Федерации самбо Приморского края Пчелкина Анастасия Викторовна, а также лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная, которая поддержала юных спортсменов, вручив им кубки и медали. И ребята сами, они сегодня с таким азартом показали, вот, показательные выступления были, и бокс, и самбо. Вы знаете, вот прям душа как-то вот радовалась за них, вот радовалась за ребят, что они готовы сегодня совершенствовать свое тело, свой разум. Они здесь находят дружбу, они же здесь встречаются. Здесь очень много интересных ребят, которым есть чем поделиться. Благодаря таким клубам, как «Титан», у молодежи повысится спортивный интерес, который так необходим подрастающему поколению. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.